Эту песню знают многие еще с детства и, конечно же, любили ее. Мы тогда любим ее и сейчас. Композиция, которая сегодня прозвучит, принадлежит группе Любэ, а Диана Анкудинова еще в совсем юном возрасте исполнила эту песню столь пронзительно и прекрасно, что не могу не вспомнить это выступление. Ссылка на оригинал, как всегда, в описании, друзья. Сегодня мы будем слушать хорошую музыку на канале Горинов Лайв. Устраивайтесь поудобнее. Итак, кавер на песню «Конь» группы Любэ. Пойдем с конем,
столь пронзительная, яркая и прекрасная песня сегодня прозвучала. Прекрасный кавер, замечательный просто от Дианы Анкудиновой. В столь юном возрасте спеть так эту песню, поверьте, это дорогого стоит. Очень сложная композиция по исполнению. Эта песня из альбома «Зона Любе». Автор текста Александр Шаганов, композитор Игорь Матвиенко. Премьера студийной версии композиции состоялась в далеком 1994 году. Также известна эта песня под названием «Выйду ночью в поле с конем». По первой строчке, в принципе. Вот такую сегодня песню мы с вами вспомнили и такое прекрасное выступление Дианы Анкудиновой. Если понравилась реакция, не забывайте поддерживать видео лайком и подписываться на канал Гуринов Лайф. Всем хорошего настроения, друзья, и огромной удачи. Берегите себя. До новых встреч.